Всех приветствую, уважаемые подписчики, с вами Александр Котов, викинг музыки. Сегодня у нас с вами рубрика «Играют мои подписчики». Сегодня, как я уже говорил на предыдущем видео, у нас на канале уже далеко не первый раз играет Александр Зинов. Давайте поприветствуем Александра. Александр, я думаю, уже прекрасно вам известен, знаменит тем, что он проходит путь викинга, наверное, уже весь этот путь прошел и уже, ну, в смысле, сколько у меня там есть видео. Надо дальше снимать, да. Это понятно все. Но Александр уже вот выходит уже и в свободное плавание даже. То есть сейчас Александр активно играет различные другие пьесы, очень интересные пьесы он находит, очень хороший у него вкус. И он даже уже начинает уходить в глубину звука, то есть в его игре, в его звуке передаются его эмоции, его настроение и вот какая-то такая магия, что он действительно что-то свое вкладывает в игру. Давайте посмотрим, как у Александра продолжается покорение, значит, различных музыкальных пьес. Итак, первое произведение, первая пьеса называется «Родной напев». Пожалуйста, Александр. Спасибо большое, а сейчас прозвучит очень известная мелодия «Рулате», финская народная песня. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну и, наконец, последняя пьеса называется «Хоровод». Спасибо большое Александру, давайте поаплодируем, поставим лайк, напишем комментарий, а я напоминаю, кто хочет выступить у меня на канале, пишите мне лично ВКонтакте, присылайте видеозаписи вашей игры, посмотрим, и почему бы и нет, можете у меня выступить. Ну что, я рад, что мы с вами продолжаем вести наши рубрики, как я уже говорил в прошлом видео, я переболел, но вот только что буквально коронавирусом, и еще пока, можно даже сказать, болею, но уже рвусь, чтобы снимать все новые и новые видео. Вот. Я надеюсь, скоро вот это ощущение в голове, то, что вот этот вирус, я надеюсь, скоро это ощущение пройдет. Какой-то период восстановления
конечно, имеется. Есть даже люди, у кого оно идет очень долго. Но ничего, вроде бы нормально. Короче, будем стараться. Все, с вами был Александр Котов и Александр Зинов. Всем пока.